12 потенциально опасных моренных озер выявили в предгорьях Алматы. На 7 из них специалисты сейчас проводят превентивные работы. Об этом сообщили сотрудники департамента по ЧС и КАС телезащиты. Сегодня они провели специальный облет. О результатах их работы материал Дамира Анитова. Работы по проверке уровня воды в этом году начались на месяц позже обычного. Как сообщили в департаменте по ЧС, причина кроется в низкой температуре воздуха в горной местности. А с сегодняшнего дня и до середины сентября экстренные службы приступают к полноценной работе. Как вы видите, моренные озера находятся на стадии заполнения. С ледников, значит, интенсивная абляция не наблюдается. В других озерах имеются поверхностные стоки. Вот, но моренные озера еще на стадии заполнения. Специалисты 2007 года активно применяют и ноу-хау устройства. К примеру, этот аппарат создан для автоматического контроля селевой безопасности в предгорьях таких станций 31. Передает сводку уровень воды, расход, температура воздуха. Полностью мы этот видео мы можем смотреть там внизу у нас на головное управление в диспетчерском пункте и для предотвращения стихийных бедствий на местах задействованы 40 человек. Подготовлены высокопроизводительные насосные установки. Помимо этого установлены 11 сифонных нитей. На сегодня определены 7 озер, где будут проводиться превентивные работы, рассказали в департаменте по ЧС. Дамир Анитов, Оразай Нуртай, Сагынгали Мунайтпасов, телеканал Алматы.